Как всем известно, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались. После заявления о разрыве поющая телеведущая призвала заблокировать блогера везде. Но спустя месяц теледива решила поддержать бывшего молодого человека. Давид участвует в проекте «Танцы со звездами». Сегодня, 21 февраля, состоится финальное шоу. Бузова попросила проголосовать за Манукяна и заявила, что сама уже это сделала. «Для Давида это очень важный период. Я это знаю. Я знаю, как ему важна победа в танце. И если эта победа сделает его счастливым, я буду счастлив. Счастлива за то, что этот человек счастлив. Я не буду призывать. Это ваш выбор. Просто он действительно профессионал. Он крутой танцор. Давид заслуживает и достоин этой победы», сказала телеведущая в разделе «Сторис» своего Instagram. Ольга отметила, что уже отправила голос за Давида и в заключении сказала: «Я надеюсь, что ты будешь счастлив». Бузова призналась, что в последнее время сильно закрылась из-за проблем в личной жизни. Сейчас ее спасает только работа, в которую она погрузилась головой. «Я переживаю непростой период своей жизни. Это настолько для меня тяжело, что я не хожу ни на какие программы, не говорю о личных переживаниях. Я все прорабатываю самостоятельно. Для того, чтобы адекватно все объяснить, должно пройти время», призналась телеведущая. Ольга подчеркнула, что в проблемах в отношениях всегда виноваты оба человека. По мнению Бузовой, конфликты возникают, когда влюбленные перестают говорить и делиться своими обидами и страхами. Она заявила, что не каждый из людей готов признать свою ошибку. Кроме этого, она заявила: «Почти 2 года она была верна одному мужчине и хотела до конца и навсегда. Для меня он стал очень родным человеком, несмотря на то, что потом стало происходить», разоткровенничалась Бузова. Напомню, что 14 февраля Давид в эфире программы «Танцы со звездами» сделал признание. Он заявил, что разочаровался в любви и больше не хочет испытывать это чувство. «Мой хороший, вы меня знаете уже почти 18 лет и знаете, что я всегда была с вами очень искренна. Искренне и сейчас. Вы меня видели в разных состояниях счастья, горести, радости. И я достаточно откровенно переживала все эти эмоции вместе с вами. Меня можно осуждать, меня можно не понимать. И это нормальный человеческий фактор. Но то, что я очень честный человек и всегда с вами честна, вы это знаете. Безусловно, я чувствую, что вы это знаете. Мне даже не нужно об этом говорить. Я очень закрылась от вас в последнее время. И если я улыбаюсь и работаю, я делаю это, потому что я профессионал, я помогаю себе тем самым. Я знаю, что в любом случае у меня и у вас, у нас у всех все будет хорошо. Но я переживаю непростой период в своей жизни. Более того, это настолько для меня тяжело, что я не хожу ни на какие программы, не говорю о своих личных переживаниях. Я все прорабатываю самостоятельно, потому что для того, чтобы, наверное, адекватно, да, все объяснить, должно пройти время, и с холодной головой, спокойным сердцем. Безусловно, когда происходят проблемы в отношениях, виноваты оба. Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Вообще, вы заметили, что зачастую проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться своими обидами, страхами. И виноваты, конечно, оба. Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается, и так по кругу, знаете, снежным комом наваливаются вот эти проблемы, и какой-то замкнутый круг получается. И иногда люди думают, что порой легче вырваться из этого круга, чтобы не страдать. Но сейчас я хочу поговорить не о проблемах, не о моих проблемах, не о наших проблемах. Почти 2 года я была верна, предана, любила одного мужчину. Я хотела до конца и навсегда. Поддерживала, дарила свою любовь, ласку, заботу, внимание, помощь человеческая, моральная. Это очень важно в отношениях. И для меня он стал очень родным человеком, несмотря на все то, что потом стало происходить. Мы, женщины, такие в горящую избу. Пойдем, наверное, только мы, русские женщины. Я знаю, что сейчас для
для Давида очень важный период. Я это знаю. Я знаю, как ему важна победа в танцах. И если эта победа сделает его счастливым, я буду счастлива. Счастлива за то, что этот человек счастлив. Я не буду призывать, это ваш выбор. Просто он действительно профессионал, он действительно крутой танцор, и он... Давид заслуживает и достоин этой победы. Я уже номер 8 отправила, 9-3-9-5, бесплатное сообщение. Я надеюсь, что ты будешь счастлив.